Генборг – один из крупнейших бизнес-проектов в Усманском районе. Чтобы организовать производство, инвестор вложил более 1,5 миллиарда рублей. Предприятие оказалось, что называется, в тренде и стало примером успешной промышленной кооперации. Для производства знаменитых двигателей используют сталь НЛМК, корпусы отливают на свободном соколе. Сейчас перед заводом стоит новая задача – увеличить объемы до 25 тысяч двигателей в год. Для этого нужен производитель комплектующих, и он есть – в Воронеже. Представители соседнего региона посетили Генборг, чтобы на месте убедиться в привлекательности капиталовложений. Безусловно, наши связи с Воронежской областью очень хорошие. И мы рассчитываем, что они будут только укрепляться за счет, в том числе, и взаимодействия между предприятиями Липецкой области и Воронежской области. То есть они будут дополнять, я думаю, своими возможностями тем, чтобы, скажем так, мы получили консолидированный хороший результат в общем. После экскурсии представители промышленных кластеров двух регионов сели за круглый стол обсудить детали. Впереди еще большая работа, но уже сейчас обе стороны сошлись во мнении. Нужно создать межрегиональный технопарк, и располагаться он будет на базе завода «Генборг». Учитывая, что у нас в Липецке сосредоточено очень большое количество мехобработки, металлургические заводы, а в Липецке есть, а в Воронеже есть предприятие по сборке насосов, то это все можно объединять. Такое сотрудничество позволит не только увеличить выпуск электродвигателей, но и откроет новые рынки сбыта. В перспективе проект обеспечит замещение поставок импортного оборудования в станкостроительной, сталелитейной и машиностроительной отраслях. Имея предоставленную государственную поддержку, сегодня имеем возможность рассмотреть данную площадку и отнесение ее к территорию промышленного технопарка. С последующим также заключением и использованием нового механизма поддержки, заключение специального инвестиционного контракта. Не только заменить импортные аналоги, но и создавать новое. Предполагается, что с приходом нового инвестора удастся заметно расширить линейку продукции. Тут планируют собирать генераторы и электродвигатели различной мощности и модификации. Кстати, их можно будет использовать в различных климатических зонах и на предприятиях любого уровня. Дмитрий Курмаков, Михаил Жилкин, «Липецкое время», Усманский район.